Ты чего испугался-то? А там лапушки есть красные. Бежи вперед, бежи вперед. Бежи вперед, 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 вперед. Яйца. Вы идете? Тихо. Нельзя. Нельзя. Нельзя будет. Ничего не отправила в лесу. Так. Ну туда ли пошли-то? Ну не туда пошли, не надо. На, вон туда и. Я тут с курса сбился. Давай сюда вот зайдем, там вдоль пройдем. Чего испугался? Чего боишься? У меня не такой уровень, смотри, здоровый. Ну, перестань. Не-не, там. Там.
Куда лезешь? Куда? Ну-ка отойди. Отойди, говорю. Отойди. Отойди отсюда. Давай, иди. Вот там. Вон там, брат, видишь? Он себе там забито, вот он себе новое рыбку сделал. Потом протает, он там пойдет. Нет. Ты со мной спорить будешь? Сегодня 19 мая 2017 год. Пришли за питьевой водичкой на родник. Вчера был сильный дождь. Сегодня погода пасмурная. Середина мая, всего 3 солнечных дня было. Остальное все пасмурно. Как говорят, света белого не видим.
Скоро у нас будут белые ночи. Да уже? Ночью всего 2 часа ночь продолжительность. Сейчас ночью уже светло. Но все равно еще ночь 2 часа. Скоро солнышко вообще садиться не будет. Снегу в лесу еще много. Ночами еще морозы. Да, сегодня первый день, ночью 0 был без мороза. Но земля, косточки садила, земля протаяла всего лишь на 10 сантиметров. Деревья еще все спят. Деревьев опять наломало ветром. Очень сильный шторм был. Хотя МЧС даже предупреждения опять никакого не дало. Как еще? Она это елка и первая, она не упала. Плохо работают МЧСовцы у нас, очень плохо. Сообщений очень мало о катаклизмах. Может, по МТС бывали? Не знаю, обычно у нас всегда предупреждение идет. Авария. Лямка лопнула. Вот такие у нас туристические рюкзаки делают. Извините, по-русски выражаясь, говнецо. Нецензурная брань. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Ну как это? Вот муравейники еще спят, хотя и на солнечном припеке. У нас еще зима, а у кого-то уже листья. Птички поют. А вот здесь муравейник просыпается. Братцы-кролики вылезли. Может, кто-то потревожил? Да, может, копнул кто-то. Да. Макушку сбил им. Может, мишка ходил. Пробовал. Да. Покушать их. Вот у нас еще зима. И большой мишка, вот. Вова след медведя показывает. Маленький, вот лапки. Подушечки. Вот подушечка. Небольшой. Медвежонок, говорит, небольшой. А они тогда же и было. Мы с Даней-то гуляли. Нос к носу-то столкнулись. Он тоже же медвежонок молодой был. Хорошо, Данька отвлекла его от меня. Я успела быстро ноги сделать. А так бы неизвестно, какие бы последствия были. Мушка я тогда убежала. Потихоньку, потихоньку. Пока он на Даньку смотрел. Даньке было всего 4 месяца.
загорают такие опилки. Так вот и загораются леса. Вот от таких хопцов леса горят. Леса горят. Такого качества у нас рюкзаки делают туристические. Поставили канистру 20 литров. Еще до дома не дошли, а уже второй раз лямка оборвалась. О, сделаем антирекламу. Экстрим 80. Должен 80 литров нести, но 20 не несет. Ну, ребята, кто такие рюкзаки будет с собой брать, мало ли в лес пойдет, не покупайте такие рюкзаки. Они вас подведут по страшной силе. Говно. Только легкая одежда туда помещать, ничего тяжелого. Все замки трещат, все трещит.